Всем привет, друзья! С вами Григорий Синьков. Счастлив сообщить, что этим летом в июне месяце я стал официальным артистом американской фирмы тарелок TRX Symbols. И сегодня я вам подробно расскажу об этом бренде, о своих тарелках и вообще, что я использую для своей работы. Почему мне важно поделиться этим и что это даст вам? Во-первых, я использую более 8 лет тарелки данного бренда, и у меня куча полезной информации, которую я хотел бы поделиться с вами. Во-вторых, каждый барабанщик так или иначе задумывается о покупке своего стаффа для репетиции, для концертов, для записи. Это видео поможет расширить свой спектр выбора, основываясь на моем личном опыте. В-третьих, это даст вам возможность получить персональную скидку от меня на покупку TRX Symbols, что будет приятным бонусом, помимо прочей информации в данном видео. Мое знакомство с тарелками началось еще в далеком 2013 году. И что самое важное для меня, на сегодняшний день 4 тарелки, которые я тогда купил, они до сих пор со мной. Я до сих пор их использую в повседневной работе, на записи и вообще где только можно их использовать. Вы можете себе представить, 7 лет выработки железа, это просто невероятно. 7 лет выработки железа. Думаю, вы понимаете, что эти тарелки просто пережили все. Туры, концерты, съемки клипов, жесткие и нежесткие перевозки, перепады температуры, зима, лето. И они до сих пор со мной. Все это и многое другое формировало мне доверие к этому бренду. И именно поэтому я согласился стать их артистом. Качество. Но теперь я готов вам показать свой полноценный сет от TRX. Почти весь мой комплект состоит из тарелок BRT серии. Перед вами хай-хет на 14 дюймов. Так как я играю в группах разной стилистики, то серия BRT очень универсальна, и она подходит для стилей от тяжелого рока до легкого металла. А вот этот Crash Ride на 20 дюймов как раз дожил со мной до сегодняшнего времени, с того далекого 2013 года. Сверхтяжелые, дай бог моей спине здоровья, с мощным пробивным звуком, я бы даже сказал таким шипящим. Эти тарелки мне позволяют использовать их как на концертах, так и на записи. Это чайна BRT серии на 18 дюймов. Все тарелки данной серии создаются по технологии ручной ковки, что придает каждой тарелке особенность и индивидуальный звук. Перед вами два крэша, один на 16 дюймов, другой на 18 дюймов. Одна из этих тарелок также дожила со мной до сегодняшнего дня. Что бы хотелось сказать, обязательно посетите официальный сайт TRX Symbols, там есть широчайший выбор любых тарелок на любой вкус и цвет, поэтому оставлю ссылочку под видео. А это моя самая любимая тарелочка, все ее как только не называли, и блюдцем, и каской, и супницей, короче, это... Единственная тарелка, которая не из BRT серии, она из серии SFX, это Bell на 7 дюймов. Ну, еще парочку тарелочек из BRT серии, они относятся к классу эффектовых тарелок, Splash на 9 дюймов и China на 12 дюймов. Вот, собственно, весь мой сет. Если вы хотите оформить заказ TRX, то делайте это через меня, и тогда вы получите дополнительную скидку, которая может также суммироваться со скидками на сайте. Друзья, спасибо вам большое за просмотр. Все полезные ссылки я оставлю в описании к видео. Подписывайтесь на соцсети мои, на канал YouTube. Спасибо Владосу большое за то, что снял для меня это видео. До новых встреч. Всем рок!